Это на воздействие на живую клетку. Это воздействие на живую клетку. Исключается возможность психогенного воздействия. Вот. Происходит опыт инвитро, который не связан с организмом, способным на внушение. Эффект. То есть здесь нет психогенного воздействия. То, о чем всегда шла речь, не является ее воздействием следствием мощной психотерапии. И уже под влиянием психотерапии происходит аутосуггестия, влияющая на все остальное. А здесь, в общем-то, влияет не на кого, только на собственно биологически. Значит, видимо, происходит какое-то энергизирующее влияние. Но самое интересное, что я от вас чувствую жару. У меня вот всё разогрелось, щека. Что, Люся, вы тоже с вам что? А у меня здесь, я чувствую здесь жару, у меня щека разогрелась просто-напросто. Поздравляем вас с успешным проведением эксперимента. Да, действительно, это надо сейчас все записать, удивительное дело. Сейчас мы запишем все это дело, пока. Да, наслышаны были, но чтобы так. Прикинем и напишем. Это только насколько я понимаю. Сперма стоит несколько часов. И сперматозоиды, так как у них там энергетический потенциал падает за счет того, что там питание снижается, значит, они прекращают свою подвижность. Это так положено. Они прекращают свою подвижность. Но они еще не совсем мертвые. То есть, когда они совсем мертвые, тоже номер дохлый. Так вот, она воздействием начинает сообщать им какую-то энергию, предположим, воздействием тепла, они начинают двигаться быстрее. Их начинает двигаться больше. Не надо меня снимать, потому что это... Поэтому, когда она сообщает им какую-то энергию, у них повышается подвижность. То есть она им сообщает какой-то заряд энергии. Естественно, вот это прям удивительное дело. Но то стекло забегало, я была потрясена. На первом стеклышке, так сказать, то стекло все забегло. Здесь была подвижность совсем плохая. Ну вот мы смотрели, же холодное стекло было совершенно. Но у меня разгорелась щека, тут вся сторона ужасно. Ты знаешь, я прям удивилась даже.